Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре сигнализаторы поклевки Dai Kuga 3 плюс 1. У нас три сигнализатора. Каждый сигнализатор имеет свой цвет свечения, соответственно, синий, красный, желтый. Включение сигнализатора происходит по кнопке. Сейчас они у меня включены. Значит, длительное нажатие кнопки включения. Давайте продемонстрирую. То есть сигнализатор у нас включен. Данный сигнализатор имеет 8 режимов тональности. Также сигнализатор имеет 8 режимов громкости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пейджер имеет возможность воспользоваться фонариком. Здесь встроенный светодиод. То есть это происходит путем нажатия соответствующей кнопки. Включение пейджера осуществляется также длительным нажатием. Соответственно, выключение осуществляется путем длительного нажатия. Сейчас я его включу. При срабатывании сигнализатора на пейджере загорается соответствующий светодиод. Длительность свечения светодиода составляет 40 секунд после срабатывания. Также пейджер имеет режим вибро. Громкость регулируется с помощью двух кнопок. Это буковка V. Это максимум можно выставить, то есть это, скажем так, плюс, это минус. Минус, то есть уменьшить громкость с помощью буковки M. Самое минимальное — это режим вибро. Всем спасибо, ссылочку на данный товар я оставлю в описании. Всем хорошей рыбалки.